Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики моего YouTube-канала. Я вас рада приветствовать на своем курсе, который называется «Курс изобилия». И сегодня уже 17-й день нашего курса. Тема сегодняшнего дня – это «Жить беззаботно». Сегодня мы посмотрим, как мы можем жить беззаботно, без осуждений, беспокойства, сосредотачивается на радостях и совершенстве мира, медитируя и погружаясь в сознание настоящего момента. Вы понимаете, что именно в этот момент все идеально и так, как должно быть, и что любые проблемы, которые могут у вас возникнуть, временны и происходящие. Задание на 17-й день. Послушать управляемую чудесную медитацию с мантрой «Сад Чит Ананда». Она у нас уже была, если мы вспомним прошлые записи. Записать сегодня центральную мысль и как можно чаще вспоминать ее в течение дня. Я живу каждый день беззаботно, с легким сердцем, зная, что уже все замечательно. Я живу каждый день беззаботно, с легким сердцем, зная, что все уже замечательно. В блокноте ответьте на следующий вопрос. Что вы чувствуете, когда просыпаетесь каждое утро? Насколько улучшилась бы ваша жизнь, если бы вы жили с легким сердцем и беззаботно? Как вы можете переключить свой разум, чтобы распространять любовь и радость, которую вы чувствуете в своем сердце прямо сейчас? Составьте список всех ваших вещей, которые у вас есть, материальные и духовные, явные или же нет. В том, что вы записываете, нет нужных или менее важных значений. Осознайте все, что имеет для вас значение. Например, у меня есть кредитная карта для оплаты счетов. Я люблю своего супруга или супругу. У меня есть образование. У меня есть смартфон, чтобы на связи быть с миром. У меня есть сад, чтобы быть и наслаждаться с природой. Итак, надеюсь, все задания вы уже написали, и часть на них вы сразу нашли ответ. А теперь добро пожаловать в 17-й день. Жить беззаботно. Некоторые люди живут день за днем, переживая, что не имеют достаточно того, что считают необходимым для счастья и уверенности. Их тела отражают эти чувства, посылая сообщения в виде дискомфорта, радости, тревоги или стресса. Однако этого не должно быть. Напротив, если мы научимся доверять разуму Вселенной и быть свободным с окружающим заботой, то в жизни не останется места страху, беспокойства, недостатка, чего-либо. Мы можем ожидать только наилучшего, отдаваясь чистой радости жить. Это состояние блаженства, которая позволяет нам воспринимать, кем мы являемся в действительности. Вы – духовное существо, неразрывно связаны с творческой силой Вселенной. Соединяясь со своей истинной природой, вы переходите невидимую границу, разделяющую эго и истинного «я». Вы начинаете жить с легким сердцем, ежедневно сохраняя хорошее настроение. Вы больше смеетесь и даже над самим собой. Вы теперь не относитесь к себе слишком серьезно. К любой неожиданности вы будете относиться спокойно, легко, не воспринимая свою жизнь как дурацкую мелодраму. Просто вообразите, что вам удалось освободиться от тревог за будущее. Вместо того этого проверьте,
что-то, что вам нужно, чего вы желаете, уже существует. Что у вас изменится? Почувствуете ли вы себя более счастливым и беззаботным? Заметьте, все эти качества находятся в вашем распоряжении в тот момент, когда вам достаточно их выбирать. Проживите каждый момент со светлым умом и открытым сердцем, и вы осознаете, что эти беззаботные моменты несут с собой много изобилия и безграничной радости. Для этого, чтобы помощь себе осуществить, найдите время помечтать о своих прекрасных моментах в своей жизни. Посмотрите старые фотографии, послушайте свою любимую песню, погладьте питомца, погуляйтесь или проведите время с теми, кто согревает ваше сердце. Находите радость во всем, что любите. Помни и про себя, любимых, и про себя. Будучи духовным существом, вы больше ничего не боитесь, ибо знаете, что нет никакой причины бояться. И начиная медитацию, постарайтесь сфокусироваться в области сердца и солнечном сплетении повторяйте центральную мысль дня. Я живу каждый день беззаботно, с легким сердцем, зная, что все уже замечательно. Я живу каждый день беззаботно, с легким сердцем, зная, что все уже замечательно. Пожалуйста, расположитесь в удобное положение. Спина ровная, прямая. Кисти рук слегка касаются колен, ладонями наверх. Закройте глаза. Теперь погрузиться в себя, в то самое место внутреннего спокойствия, где мы ощущаем связь со своим высшим «Я», со своим осознаванием. Ни о чем не думайте и начните наблюдать за своим дыханием, которое, подобно морскому приливу и отливу, с каждым вдохом и выдохом почувствуйте себя расслабленно, все больше и больше наполняя легкость и умиротворение. И плавно мы добавляем с вами мантру. Повторяйте мысленно или вслух, позволяя ей течь легко и свободно. Сат чит ананда. Сат чит ананда. Сат чит ананда. Бытие сознания блаженства. Сат чит ананда. Каждый раз, когда вы замечаете, что у вас отвлекает какая-то мысль, телесное ощущение или внешний шум, просто направьте свое внимание на мысленное повторение мантры. Сат чит ананда. Сат чит ананда. Продолжайте медитировать. Я засеку время. И в конце вы снова услышите звук колокольчика. Это будет сигналом, что пришло время отпустить нашу мантру. Сат чит ананда. Сат чит ананда. Сат чит ананда. Пришло время отпустить мантру. Возвращайтесь в свое сознание, в тело. Отдохните немного, вдыхая и выдыхая, медленно и глубоко. Когда почувствуете, что готовы медленно, откройте глаза, продолжая свой день. Принесите себя. Это чувство, когда сердце легко и беззаботно напоминает сегодняшнюю централизованную мысль. Я живу каждый день беззаботно, с легким сердцем, зная, что все замечательно. Я живу каждый день беззаботно, с легким сердцем, зная, все уже замечательно. Итак, открываем глаза. Я хочу вам пожелать, чтобы вы сегодня ни о чем не беспокоились и не переживали, чтобы у вас не было стресса, была радость и беззаботное легкое сердце. С вами была я, Наталья Гудкова. Пока-пока.